Телеканал КРТ представляє. От, пане Юрію, от як ви можете прокоментувати таку ситуацію, коли от Україна фактично злочинця, який є ще рішення конкретно грузинського суду щодо Саакашвілі, і ми йому пропонуємо якусь державну посаду у нас в Україні вищого рівня? Ну це як? Перше, ваш підвопрос був, чи дійсно Саакашвілі такий цінний спеціаліст для нас, що Україна йде на якісь дипломатичні труднощі, скажімо так. Потім я ці труднощі прокоментую. Как по мне, Грузия оторвалась от нас очень серьезно в реформах, оторвалась в результатах. Ну, во-первых, у них абсолютно отстроена инфраструктура. Минимальная пенсия в Грузии в два раза выше, чем минимальная пенсия в Украине. Минимальная зарплата в бюджетной сфере в два раза выше, чем такая же минимальная зарплата в бюджетной сфере в Украине. То есть мы же должны не забывать, что это Грузия, что это потенциально, если сравнивать с Украиной, очень бедная маленькая страна. Две области фактически да. Украинские. Теперь давайте дальше проанализируем такие макросерьезные показатели. Вот Грузия за время президентства Саакашвили получала инвестиций, заходила в год, от 2 до 3 миллиардов долларов. Украина... Тобто це інвестиції, це не гроші для того, щоб гасити проценти по кредитам, як це зараз в Україні. Це іменно інвестиції, так. Так от Україна теж в середньогодовому поступленні інвестицій 2-3 мільярда доларів. Тобто воно варіюється в цьому діапазоні. Страна розвивається тоді, коли інвестиції відповідають порядка 12% ВВП. То есть, если мы учитываем, что наше ВВП где-то в районе 133 миллиардов долларов, то мы должны получать инвестиции в районе 15-17 миллиардов, чтобы развиваться. Такого года за 30 лет независимости мы никогда таких инвестиций не получали в Украине. А Грузия получала. Это было как раз 12-13% ВВП. Более того, как оценивает мировой бизнес или рейтинг стран, или надо туда инвестировать или не надо инвестировать. Так вот, смотрят на основные макропоказатели, это freedom of economy и doing business. Да? Это когда серьезные международные экономические школы, институты делают по всем показателям важным для инвестиций, делают рейтинг. Так вот, я вам приведу пример, например, Грузия, freedom of economy, 12 место. И 12 место она туда зашла объективно при Саакашвили и до сих пор находится там. Украина 147 место. То есть вот просто любой потенциальный инвестор, он вначале открывает рейтинг, если он транснациональная компания, и начинает сверху вниз открывать филиалы, открывать представительства, открывать дочерние предприятия. Он не будет начинать там со 180 места, он будет начинать с первого места. Поэтому объективно при президенте Саакашвили, при реформаторе Кахи Бендукидзе, но это же Саакашвили ему дал полномочия Кахи, да, когда он был министром экономики, Грузия сделала реальный прорыв. Тут ще треба все ж таки доповняти, що при інвестиціях, які в 10 разів фактично більше, ніж в Україну. Ну, це інвестиції, які обезпечили ці реформи. І саме без цих грошей фактично нічого не було. Ну, я вам скажу, знаєте, так... Президент Саакашвілі, був там ще якийсь президент, але якщо гроші є, це вони є. Якщо грошей немає, то їх немає. Ми об'єктивно розуміємо, що... Це Грузія, там дві українські області. Якщо у нас, в принципі, такі ж інвестиції, це все просто розлітається по всій країні, і ми нічого не бачимо. Це фактично ми без інвестицій, так. Фактично ми без інвестицій. І це ж, я вважаю, що дуже важлива така складова. Якщо немає інвестицій, ну, вибачте. Дим, от я приведу один пример. Так, це, якщо інвестиції не йдуть, це значить, сюди не хочуть заходити. Це ж сигнали. Так от я приведу такий пример, який людям буде понятен. В маленькій Грузії сетевых отелей, когда мы говорим там Ритц, Хилтон и так далее, да, вот сетевых мировых отелей больше, чем во всей Украине. Вот это вот основной показатель, да. Более того, при Саакашвили количество туристов за его время выросло в Грузию туризм в 20 раз.
В 20 раз. То есть, можно говорить все, что угодно. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Я не сторонник тут прийти, значит, хвалить Саакашвили, отстаивать позицию. Я дал объективные цифры, объективные показатели. Поэтому я понимаю вот, президента и его окружение. Они уже обожглись с новыми лицами. Они обожглись с людьми без бэкграунда, без опыта, без ничего. У них нету духа и воли бояться вот, взять людей, которые работали при разных президентах. О чем я говорю? У нас же была примериада вот, перед Шмыгалем. У нас примеряли Хорошковского, у нас примеряли Тегибко. Да? Ну вот все вот, окружение президента не поддержало эту ситуацию, потому что, ну, во-первых, сильно умные, знаете, если взять Тегибко или Хорошковского, то тогда надо пол администрации президента поменять, потому что будет многих дур видно, когда они там работают, или аналогично кабина. А Саакашвили как раз нормально. Саакашвили, смотрите, я не знаю, как они будут выстраивать отношения, я не знаю, как они дадут ему полномочия, потому что если мы говорим о реформах, если мы говорим о развитии экономики, то реформатор будет не Саакашвили. Реформатор сегодня может быть в Украине один человек. Это Зеленский Владимир Александрович. В Грузии был реформатор Никаха Бендукидзе. Реформатор был президент Саакашвили, который дал полномочия Кахе Бендукидзе, который увязывал его действия с парламентом и с силовиками. В Южной Корее президент Пак Чон Хи был реформатором, а не команда. В Сингапуре Ли Хван Ю. В Руанде сегодня самая быстро развивающая страна Африки Поль Кагаме. Да, ну в Китае Дэн Сяопин. То есть всегда может быть только первое лицо. Теперь заканчивая вот самим международным аспектом, то, что Грузия ведет вот так ультимативно. Ну, во-первых, это крайне некорректно с точки зрения грузинской стороны, и это нарушает любые дипломатичные протоколы. Сегодня юридически Саакашвили является гражданином Украины, и только гражданином Украины, это первое. Тобто він відмовився від громадянського Грузії? Насколько я знаю, да. Второй вопрос. Саакашвили нету в розыске Интерпола. То есть Интерпол принял решение по поводу того, что это является политическое преследование, и он не акцептировал этот розыск. Тогда возникает вопрос у грузинской стороны. Если вы даете ультиматум Украине по поводу того, что суверенная страна своего гражданина может принимать решение такое, как считает нужное, то почему грузинская сторона такой же ультиматум не выставила Интерполу и сказала, раз Интерпол вы вот не берете в розыск, то мы отозвем послов со всех стран, членов Интерпола. Ну, можно что же до такого абсурда дойти? Поэтому эти заявления, они острые, это нехорошо, потому что, вы знаете, у нас Грузия всегда была стратегически наш и дипломатический, и вот партнер. Это действительно были друзья всегда. И не было никогда ни единого пятнышка в отношениях, которое бы нас омрачало. Поэтому вот тут надо не горячие головы, что там премьер-министр заявил, тут Арахамия заявляет. Арахамия ответил по сути правильно, но Арахамия, как являясь вот безграмотным человеком, к сожалению, и неопытным человеком, и давая такие эмоциональные ответы, как он ответил? Он ответил, какая-то там маленькая, ничего не значащая страна будет нам указывать. То есть он в своем ответе наговорил реально на дипломатический скандал. Он должен был просто сказать, что это наше суверенное право, если у вас есть какие-то юридические вопросы, давайте пусть состыкуются два генеральных прокурора, пусть состыкуются наши два министра иностранных дел, но наше суверенное право назначать или не назначать наших граждан на ту или другую должность. Но не давать оценки другой стране, потому что согласно дипломатического протокола, знаете, вот если президент США прилетает во Францию, и есть протокол его встречи, и президент какой-то Гаяны, то
то протокол встречи двух президентов и отношение к ним по форме именно, протокольный, он одинаковый. Поэтому ну, люди должны перед тем, как вот бросать такие заявления, не обострять ситуацию, а должны, наоборот, эту ситуацию смягчать. Потому что, действительно, грузины нам друзья, всегда, стабильно, у нас никогда не было проблем. Мы сегодня там и религиозно, и языково, и общая культура, и вот, ну все. Поэтому тут ще, надо ще уходить питання, от конфлікту. От, ми зараз бачимо, що конкретні є сигнали з боку Грузії. І саме ці сигнали вони посилають як усередину Грузії, так і на Україну, і так і на весь світ. І ми бачимо, що у нас конкретна ситуація, коли в нас людина, яка переслідується в Грузії, яка є, вже є верх суду по цьому приводу, він ухиляється від відповідальності, а нас, в нас в Україні йому пропонують якісь посади. Навіть європейці там жартували тоді, що у нас в Україні це такий, знаєте, політичний секонд-хенд, коли корупціонерів, якихось злочинців, які попалися десь у Євросоюзі, в інших країнах, які приїжджають в Україну і їх ставлять на перші посади у державі. Ну, тобто це, як для країни, це образа. От я вважаю, як громадянин України. Що стосується конкретно Саакашвілі, дуже багато двійних стандартів, в том числе в украинской политике и международной, потому что ну, не мешало же предыдущей власти назначать Саакашвили губернатором. И почему-то Грузия в тот момент не объявляла вот такой дипломатический демарш, как объявляет сейчас. Можливо, что тогда не встигли, они еще вирок прийняти щодо Саакашвили. Это такая ситуация. Теперь вторая, ведь он жена... гражданка Нидерландов, он находился в Нидерландах, и точно так же, почему Грузия не высказывает требования, ультиматумы государству Нидерланды. Поэтому вот этот аспект, он такой, он юридический, он имиджевый. Что касается того, что вы говорите как гражданин Украины, вот тут тоже есть обстоятельства, что действительно у нас очень много сильных, системных, порядочных людей в разных сферах. Почему такая ведется кадровая политика? И вот эта кадровая политика, где вылазят наверх вот, люди без бэкграунда, без опыта, без ничего. А потом получается, что сегодня, когда вот, вы собрали народных депутатов, основная была задача, чтобы их не было следов ни в Фейсбуке, ни в интернете, нигде. Поэтому появились там фотографы, нянечки, да, там, уборщицы и все остальное. Вот собрали такой парламент. Оттуда можно сформировать кабинет министров? Нельзя. Потом с каких-то непонятных фондов, с непонятных там экспертов без опыта, без ничего, на самокатах приехал первое правительство, да? Так приехали, что дали при стабильной экономике, при росте ВВП в мире, при таких оптимистических прогнозах на 2019 год, в 2018 году, ну оптимистически это там в районе 5% рост, сделали падение ВВП 10,5% за каких-то 7 месяцев. То есть люди, вот лучше бы их не было вообще, просто чтобы не было правительства в Украине, я имею в виду правительство Гончарука, было бы лучше, мы бы имели бы статус-кво. Они начали действовать, они первое, что они полезли к ФОПам, они там закон 12.10, который убивает в том числе украинских инвесторов и увеличивает фискальное давление на малый, средний и крупный бизнес в Украине. То есть... вот это все, вот кадровая политика, вот это вопрос к Владимиру Александровичу Зеленскому.